Праздник весны и труда, а еще спорта. Под девизом «Веселее, быстрее, сильнее» прошел в Копейске Первомай. Открыл череду мероприятий концерт-митинг, а продолжила легкоатлетическая эстафета. Обо всем по порядку в нашем первом сюжете. Современный Первомай проходит без массовых демонстраций, лозунгов и требований. Путь от Дня солидарности трудящихся до праздника весны и труда занял десятилетия. Но постепенно люди перестроились, и отношение к 1 мая практически не изменилось. Все те же радостные улыбки на лицах, все те же флаги, развивающиеся на ветру, все те же воздушные шары, взмывающие ввысь. Мы пожилые люди, мы знаем этот праздник давно. Мы ходили на демонстрации. Было очень весело. Сейчас как настроение? Сейчас нормальное настроение. А праздничный концерт сделал настроение копейчан еще лучше. На площадку перед памятником Ленину выходили маленькие артисты с большим талантом. Они дарили зрителям вокальные и танцевальные номера. Программу праздничных мероприятий продолжила легкоатлетическая эстафета. Она проводится в Копейске уже в 76-й раз и по-прежнему не теряет своей актуальности. Сегодня, в этом году, у нас будет первый забег, это как традиционно дошкольники бегут, детские садики. Потом у нас 6 забегов. Школьники, начиная с 5 класса и до 11-го. И все желающие коллективы физической культуры, 43 предприятия участвуют в этом году. В прошлом году было 40. Порядка 850 человек бежит. Для каждого копейского спортсмена участие в первомайской легкоатлетической эстафете – дело почетное и принципиальное. К подготовке к стартам спортсмены подходят очень серьезно. Я принимаю участие третий раз. Мне это очень нравится. Готовлюсь я к этому. Ну, я занимаюсь как бы легкой атлетикой, бегу по первому разряду. Идет. Да, это тяжело, конечно, но все равно настраиваешься, думаешь только о том, чтобы прибежать первой. В этом году у телезрителей канала НСИТ ТВ появилась уникальная возможность наблюдать за первомайским мероприятием, не выходя из дома. Снимали участников соревнований сразу с 4 камер. 2 из них на автомобиле сопровождали спортсменов по всей дистанции. Такой масштабный подход к съемкам позволил тем, кто сам присутствовал на площади, еще раз пережить все моменты эстафеты, ну а тем, кто не смог попасть на первый майский праздник, подарил шанс увидеть все самим. Одним из самых зрелищных, а для всех сотрудников компании «НСИТ» еще и напряженным, стал 6-й забег. Здесь в борьбу за первое место вступила наша команда спортсменов. Достойно справившись со всеми этапами забега, ребята заняли 1-е место. Компания «НСИТ» старается поддерживать все общественные, культурные и спортивные мероприятия, которые проходят в нашем городе. В прошлом году мы впервые выставляли команду спортсменов, которые выступали за компанию «НСИТ», и они одержали победу. В этом году мы решили повторить успех, и ребята нас не разочаровали. Мы одержали победу, очень рады, поздравляем ребят. Вот. И кроме того, мы поздравили остальных спортсменов, подарили всем сертификаты на бесплатное размещение поздравлений в эфире телеканала «НСИТ ТВ». Чтобы у всех было хорошее настроение, такое же, как и у нас. Красивую финальную точку в спортивных мероприятиях 1 мая поставили велосипедисты. Они также разыграли комплект наград и получили призы от администрации округа и газеты «Копейский рабочий».